Эй! Мужики, в чем проблема? Чё? Проваливай отсюда! Сука! Хана тебе! Падлы, мы еще поговорим с вами. Спасибо, ребята. Всю душу из меня вытрясли, если б не вы. Лишь вы устали с дороги. Могу предложить вам ночлег и теплый чай с малиновым вареньем. Вот так и живем. Тяжело, конечно, но делать нечего. Словно все в прошлое вернулось. Видел, у вас тут электростанция рядом. Не пробовали запустить систему? Да некому. У нас жителей в поселке осталось всего ничего. Да и из тех, кто есть, вряд ли кто-то разобраться сможет. Ладно, друзья, надеюсь, вам все понравилось, а мне пора на боковую. Приятных снов, дядя Миш. Привет! Поможешь мне собрать пазл? Здорово! Спасибо тебе. Попробую потом сам собрать. Петрович, ты из какого города? Из Липецка. А, серьезно? Как же уцелеть удалось? Там, говорят, совсем тяжко было. Я мало что помню. Очнулся на больничной койке. Трупы повсюду. Вони пятна крови. На это же парень был один. Все бродил по палатам, о помощи звал. А чем тут уже поможешь? Кончился парень тот. Быстро болезнь сожрала. А у меня иммунитет оказался. Выкарабкался. Теперь даже и не знаю, что лучше. Сложите к нам.
тут производство стерегу. К деду со всего городка за самогоном приходят. Недавно, правда, бандиты привязались. Требуют дань с бизнеса. За крышу, так сказать. Сон не приходит. Ага. Да, мне тоже не спится. Одолевают кошмары из прошлой жизни. Давно спросить хотел. Откуда шрам на лице заработал? Да он из тех самых кошмаров. Автокатастрофа. Когда ты молод и полон сил, кажется, ничто тебя сломать не может. И ты совершаешь глупости. Много глупостей. Некоторые из которых потом не можешь забыть и простить себе. Мы привязываем, что это заложено здесь, но...